Если вы ждете гостей и не знаете, чем их побаловать, предлагаю классический рецепт гуся, фаршированного яблоками. Именно яблоки дополняют вкус мяса и делают его удивительно пикантным. Такой гусь станет и украшением, и главным блюдом любого праздничного стола. Мясо получается сочным и очень вкусным, а яблоки придадут ему особый аромат. Попробуйте обязательно приготовить гуся, фаршированного яблоками. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Для приготовления гуся не требуются особые кулинарные навыки, все более, чем просто. 2. Приготовьте для начала начинку. Яблоки нарежьте небольшими кусочками и на сухой сковороде растопите 1 ложку сахара, так вы его карамелизуете, обжаривая до золотисто-коричневого цвета. 3. На сковороду добавьте немного растительного масла и отправьте туда яблоки. Пережариваются они уже вместе с сахаром не более 10 минут. 4. Отдельно сварите стакан риса в слегка подсоленной воде. Уже готовый рис промойте в дуршлаге под проточной водой, переложите его в глубокую емкость. К рису добавьте уже готовые яблоки, соль, приправы и все аккуратно перемешайте. Хорошо также добавить немного паприки, не более 1 чайной ложки. Вкуснее тем, кто подпишется. 5. Заранее подготовленного гуся можно начинать фаршировать. Для начала натрите его изнутри солью. После этого внутрь уложите уже готовую начинку с яблоками и зашейте отверстие. Также скреплять его можно зубочистками, которые после выпекания великолепно вынимаются. 6. Теперь можно уложить гуся на противень и смазать его поверхность тонким слоем майонеза. Процесс выпекания немного длительный. Отправьте гуся в духовку, разогретую до 190 градусов на 1 час. Как только он начнет покрываться румяной корочкой, сразу же укройте его фольгой и отправьте еще на 1 час в духовку. Выпекать в фольге его можно из самого начала, только для того, чтобы получилась румяная корочка, фольгу нужно будет снять за полчаса до готовности. 7. После запекания гуся выложите, украсьте зеленью петрушки и листьями салата. Праздничный стол с таким блюдом будет по-настоящему королевский. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Теперь о составе нашего блюда. Гусь 1 штука, яблоки 2 штуки, сахар 1 столовая ложка, соль 2 чайных ложки, рис 1 стаканов, майонез 2 столовые ложки, растительное масло 2 столовые ложки, количество порций 8. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Надеюсь на скорую встречу на канале.